Пане Кирило, звісно, що почнемо ми з оперативної обстановки під Бахмутом, тому що дуже багато інформації звідти останнім часом, особливо перед нашим з вами інтерв'ю, з'явилася інформація про те, що командувач сухопутних військ генерал-полковник Сирський вчора був під Бахмутом. Це, здається, вже його третя, здається, поїздка за останні кілька днів, фактично, чи не за тиждень. Так от, і він сказав, що бої у Бахмуті досягли найвищого рівня напруження. Розкажіть ви, що відбувається нині там? Действительно, Сырский держит руку на пульсе. Он здесь вот действительно уже третий раз. Он постоянно приезжает в Бахмут, встречается с командирами, чтобы знать обстановку реальную, не по докладам, а вот видеть на месте, что, где и как происходит. Общается с бойцами. То есть он здесь, и как-то это действительно придает бойцам уверенности, потому что никто не бросил, никто не забыл. Командование не где-то там занято своими другими вопросами. Все видят, что командующий сухопутными силами генерал-полковник Сырский здесь. Это действительно важно. Во-вторых, я действительно сам захожу в соцсети, читаю кучу инсайдов, якобы рассуждений, советов. У меня такое чувство, что генеральный штаб насчитывает несколько тысяч человек, но они временно все находятся не в генштабе, а дома на диване, сидят и пишут рекомендации, что и как должны делать военные. Это, конечно, очень забавно, потому что диванные аналитики не владеют информацией совершенно, я и не владею полностью, владеет только разведка, генштаб. И принимают соответственные решения. Сегодня была ставка верховного главнокомандующего. Зеленский попросил Сырского и Залужного высказать свое видение развития ситуации на Бахмуте. Военные высказались за продолжение оборонительной операции, не выходить из Бахмута, держаться, усиливать оборону. Решение было поддержано президентом, решение принято, поэтому все дискуссии в социальных сетях, я считаю, исчерпали себя и не имеют смысла. Кратко, решение принято. Бахмут мы не сдаем, оборона продолжается. Фортеца Бахмут наша. Все, и тут нет места для дискуссий. Есть позиция командования, есть приказ, есть военные, которые его выполняют. Все. Це абсолютно так, і я думаю, що навіть якби довелося відходити з цих позицій, то навряд чи це можна було б назвати здачею території. Це занадто якась така зрадницька фраза, яка чіпляє мене вже дуже давно. Це скоріше просто відхід на позиції, які більш були б вигідніші для українських військових задля збереження життів. Але рішення ухвалено таке, яке є. Як ви і сказали, це правда. Але знаєте, на що не можу не звернути увагу? З'явилася сьогодні стаття німецького видання Більд, в якій вони, значить, розповідають з посиланням на джерела, розповідають про те, що є розбіжності між Володимиром Зеленським, президентом України, і головнокомандувачем українських військ Валерієм Залужним стосовно Бахмута. Мовляв, один стоїть на тому, що потрібно стояти і відстоювати фортецю, інший каже, що треба було відійти навіть ще кілька там днів чи тижнів тому. Як ви думаєте, наскільки взагалі це зараз можливо? Я считаю это полным бредом. Ну, потому что, во-первых, Бильд – это желтая пресса, это законодатель моды в желтой прессе, и, ну, вовсе не аналитика. Во-вторых, вы представляете, как выходит человек из генерального штаба, который присутствует на ставке, отягощен кучей подписок о неразглашении, владеет державной таймницей, их немного, таких людей, и говорит так: пресс-службе нашей мы ничего говорить не будем, она ничего не будет заявлять, украинским журналистам ничего тоже рассказывать не будем. А позвоню-ка я в Бильд, расскажу-ка им на самом деле, что происходит. Ну, это же бред. Ну, не выходит информация. Державная таймница есть державная таймница. И люди, которые в очень серьезных погонах имеют эту информацию, они не будут ее сливать в Бильд. Это их фантазия. То есть просто у нас есть определенная прослойка политиков, которые мечтают о конфликте Залужного с Зеленским, просто потому что ненавидят Зеленского, не могут простить ему выигрыш на президентских парламентских выборах. И их сторонники тоже, которые мечтают об этом конфликте. И Зеленский, и Залужный достаточно умные люди. Конфликта этого не будет. Если есть расхождение какое-то, то оно будет обсуждаться за закрытыми дверями и будет найдено решение. И сейчас мы видим на ставке, Зеленский спрашивает и Залужного, и Сырского, что делать, как выходить из этой ситуации. И военные предлагают свою позицию, и президент с ней соглашается. Так что в эту аналитику от Бильда с ссылкой, я думаю, на вымышленные источники, ну, я это не воспринимаю всерьез, это достойно только смеха. Як ви ставитеся до Інституту вивчення війни? Тому що вони пишуть С уважением, с уважением.
От, вони пишуть наступне, що українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. При цьому зарано робити оцінки щодо намірів України про повний відхід з міста. Чи помічаєте ви якісь такі, можливо, ротаційні рухи? Ймовірно, так, а ймовірно і ні. Они точно не знают, и мы точно не знаем. На самом деле, я вижу только свое подразделение, и сейчас мы вышли на ротацию, я поддерживаю связь со своим подразделением и с друзьями еще двух. И то, что нельзя обсуждать, мы не обсуждаем даже между собой по телефону. Кого-то вывели, вывели одно подразделение, где очень известный публичный человек, которого все любят. Поэтому все знают про то, что вывели это подразделение, и из этого начинают делать далеко идущие выводы. Вы зараз все, одно подразделение. Да. Да, и, возможно, они просто нужны на другом участке. И не наше дело на каком. Никто не знает, на каком, куда их перебросили, зачем и почему. Видимо, там нужнее. А кто зашел вместо них? Кто-то зашел. Но это, опять-таки, военная тайна. Мы не будем оркам сообщать заранее, иначе не получится сюрприза, и они расстроятся. Заходят новые подразделения, заходят другие. Но это все держится, естественно, в секрете. Но не будем же мы прямым текстом для врага говорить, кто заходит. Поэтому мы, в принципе, и не знаем, кто зашел рядом. Какое усиление? Я і не прошу розповідати воєнні таємниці. І, до речі, тут хотілося б з вами розставити такі, знаєте, крапки над «і». У вас, я так розумію, зараз є трохи часу, аби відстежувати інформаційний простір український. Ну, не дуже багато, але є. Трошки є. Дуже часто в коментарях під інтерв'ю з різними військовими експертами, аналітиками, військовослужбовцями люди пишуть: навіщо ви розкриваєте ці військові таємниці? Ви зараз даєте ворогові інформацію, яку він використає проти нас. Як, от поки те, що ви стежите, чи говорять ті ж самі військові експерти щось, що не можна обговорювати? Мені диванні аналітики і громадські спеціалісти по воєнній тайні, звісно, умиляють. Ребята, ну, воєнні експерти, зараз я сміюся, воєнних експертів стало так багато, були нормальними вірусологами ще 2 роки назад, обсуждали коронавірус. Всі стали воєнними. Люди далекі від армії, люди, які займалися в армії чим-то совершенно нестратегическим, в дуже скромних погонах, вдруг стали на пенсії великими воєнними експертами. Ну, тобто, викликає сміх те, що вони говорять, те, що говорять воєнні. Ребята, ни один военный нормальный ничего лишнего не скажет, потому что, простите, бьют очень больно. Попробуйте найти у меня в Телеграме или в Фейсбуке информацию о количестве там раненых, погибших, о точном месте дислокации подразделения. На Бахмуте, на Бахмуте. На самом деле под Бахмутом, в другой точке стоим. И тоже все. Никто из военных не сдает ни точную дислокацию. Все фотографии, посмотрите, как военные фотографию делают, делают селфи, снимают видео. Вы никогда не определите, где это, потому что за спиной либо однообразная зеленка, либо серая стена. Ты сидишь в потрясающе красивом месте, но чтобы сделать селфи, там, отправить родным близким, закинуть фотку в Facebook и Telegram, ты выбираешь унылую кирпичную стену, каких миллионы. Неопознаваемый дом, чтобы никто не определил, где вы находитесь. Военные лишнего не болтают, не публикуют, не пишут. Есть отдельные идиоты, но после первой же публикации они получают от командира и от побратимов, потому что это риск, и больше таких ошибок не допускают. Все, военные не говорят лишнего, только то, что можно, только то, что уже есть официально, или от пресс-службы Минобороны или Генштаба, или направления, или бригады, или то, что есть уже в СМИ. Тоже я сразу же опубликовал видео техники, которая приехала в польский порт, прибыла по морю, часть которой пойдет в Украину. Танки, БТРы, БЭХи. Зачем вы это публикуете? Зачем вы подсказываете русским? Ребята, это вышло уже в газетах местных. Все, уймитесь. Военные лишнего не болтают, с этим очень строго. Этому научились первые же дни войны. А в цілому, дуже багато інформації пише той самий інститут вивчення війни. Пишуть, значить, воєнна розвідка Британії і не тільки. Різні видання, такі як The Times, The Washington Post, Wall Street Journal, ну, хто тільки, кому не лінь. Ось цей розголос ледь не кожного кроку, кожної зміни під Бахмутом. Звісно, що він не може бути там кожен доступний засобом масової інформації, але в цілому, що отримує журналіст, одразу це все розповідається. Як це впливає на ситуацію на фронті? Никак. Журналіст нічого не отримає того, що не положено. Журналісти, щоб попасти на передову, вони повинні все-таки отримати розрішення. І вместе з цим вони отримують інструктаж, ізучається їх бекграунд,
Поэтому, да, институт изучения войны тот же, и британская разведка, и масса СМИ со ссылкой на них пишут о том, что принято решение вводить пополнение, бросать резервы на Бахмут. Да, такое решение принято, его не скроешь. Кто, какая бригада, численность, техника, где, когда будут, никто об этом не рассказывает, и никто из журналистов этого просто не знает, так надежнее. Мы сами этого не знаем, то есть узнаем постфактум, когда это уже рядом. Так что лишняя информация не просачивается. Секретность – это, ну, сейчас основа всего. Мы же знаем, как на том берегу, на левом берегу Днепра кадыровцы позировали возле общаги, которую они заняли. Уже ночью туда прилетели хаймарсы. Страшные потери. Так что нет, лишнее не попадает. Все институты изучения войны все-таки используют открытые источники, на их основе делают свои выводы. Тут все нормально. Британская разведка, американская разведка, там, разведка стран Балтии, польская, наша, выдают в эфир только то, что проверено, не несет нам угрозы. Так что тут настолько контроль жесткий, что единственное, что может обойти его, это человеческий фактор, отдельные идиоты. Но они погоды не делают.